спортсменов во время ответственных соревнований расслабляться не принято. Зато принято у актеров. Поэтому Алиса Гребенщикова всю неделю водила Алексея Тихонова по злачным местам. Ну, понятно. Она вживалась в образ актрисы фильма «Кабаре», а он репетировал поддержки. Алиса Гребенщикова и Алексей Тихонов. Я раскрываюсь, тихонько, не бойся. Тихонечко. Раскрываешься, еще доворачиваешься. Чуть-чуть так неправильно хватит. Раз, два. Ой, нет. Не так. Все, мне же никто не объясняет, что нужно сделать. Эти двое мужчин в азарте, а Вербух спрашивает, а что ты сейчас с ней будешь делать? Алексей говорит, сейчас я придумаю, сейчас. Куда бы ее так прикрутить? Между вот этой ногой, вот эту взял. Да. Вот это. Вот. А вот взялся за это. Это делается таким образом. Поворачивайся еще туда. Вот туда. Куда? Нет. Еще. Вот. Аккуратно так взять. Не та нога. Да. Опять не да, та нога. Да. Нет. Я головой не понимаю в этот момент. Если мне скажут повтори или скажут повтори на земле, объясни кому-нибудь, я не могу это объяснить. Просто тело само делает. Фух, такое умное тело у меня вообще. Раз, два. Мне приятно, что Алиса мне доверяет, потому что без этого было бы очень сложно что-то новое придумывать и что-то делать, что-то интересное и захватывающее дух. Отпускай мою ногу. Вот. На льду Алиса Гребенщикова и Алексей Тихонов! I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles! Может быть, кто-то уже догадался, что в основу этого номера легла музыка из столь полюбившегося у нас кинофильма «Кабаре». You have to understand the way I am, mine hair. A tiger is a tiger, not a lamb, mine hair. You'll never turn the vinegar to jam, mine hair. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. And I'm through. Toodaloo. Bye. Bye. My lieber Herr. Farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair. The continent of Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side to side, mine hair. I couldn't ever cross it if I'd tried, mine hair. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Mein lieber Herr, farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. Bye bye, my lieber Herr, farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me. You'll get away. А Илья Вербух – отличный психолог. Помните, в прошлый раз у Алисы далеко не все получилось. И кого-то после неудачи нужно успокоить, поддержать. А Илья, если помните, был
критично очень настроен, даже рассержен, я бы сказал. И вот посмотрите, как преобразилась Алиса. От ее неуверенности не осталось и следа. Она была на льду, не побоюсь этого слова, просто блистательно и полностью соответствовала партнеру. Отличный танец, один из лучших сегодня. Ну что? Итак, оценки за технику. 6-0, 5-9. Средний балл 5,96 балла. Оценки за артистизм 6-0. Ну? Средний балл 6 баллов ровно. Общая сумма 11,96 балла. Правда, Татьяна Анатольевна, ну... Просто здорово. Ну, даже сказать нечего. Сказать нечего, потому что они все сказали в танце. Все. И новые элементы, и очень сложные элементы. А какая скорость вращения, Татьяна? И музыкально все, и смешно, и весело, и пела она, и он чудесный. Какой грим. Грим прекрасный. Спасибо вам, гримеры. Спасибо за костюмы. Очень хороший номер. Прекрасно исполнили. Илюша, поздравляю тебя. Я не ожидала, что они сегодня вот именно в этом образе будут такие замечательные, стопроцентные. Поздравляю вас. А ты просто молодец. Куда ты там в поддержку? Куда ты ноги? Куда ты руки? Ты уже ничего не боишься. Ты сидишь в сложнейших вещах. Молодец. Спасибо, здорово. Татьяна Анатольевна. Спасибо большое. Татьяна, вопрос к вам. Как вам наше кабаре на льду? Вы знаете, Алексей такой большой, а Алиса такая маленькая, что могло бы все выглядеть немножко иначе, и можно было выиграть на поддержках, да? Насколько я поняла, это имеет место быть. Но Алиса так красиво ходила, она делала какие-то сложнейшие вещи, и не только поддержки сделали этот номер, но про артистизм я вообще не говорю. Вы настоящая Лайза. Молодцы. В прошлый раз номер не сложился так, как вы хотели. Что скажете сегодня? Ну, сегодня, мне кажется, сложился, потому что мы сделали правильные выводы все. Мы думали, что нужно что-то сделать, связанное с актерской игрой тоже. Включить побольше элементов артистических. Артистических. Вот этого. Вот. Поэтому что-то нам сегодня удалось лучше. Многое. Лёша, что скажешь об Алисе? Пантомимой, может быть? Теперь словами попробую. Знаете, Алиска очень плохо... Мы подготовили номер этот, и он лег, и я чувствовал, что он будет... Он наш. Мы скатаем его, и скатаем очень хорошо. Но вдруг вчера приходит Гребенщикова и говорит: «Ой, что-то меня тошнит, мутит», и тренер в шоке, я немножечко тоже недоумеваю. Мы ее отправили домой, заставили пойти домой, потому что она все равно собиралась тренироваться. Вчера она не приходила, сегодня с утра пришла. Ну что, получше? Получше. Я ей объяснял стратегию, тактику. Татьяна Анатольевна, вы знаете, чем мы занимаемся на соревнованиях, да, на самом деле? Вот, и она боец. Сегодня она вышла и не только откаталась, но еще и сыграла. Мне было очень-очень приятно. Надеюсь, что всем тоже. Алис, такие сложные, высокие поддержки не делает никто на проекте. Тебе не страшно? Нет, мне не страшно. Ну, честно говоря, я даже не понимаю, что в этом страшного. Мне, наоборот, так нравится. Мне кажется, что чем выше и быстрее, тем лучше. И вот такое ощущение возникает полета. Как будто я птичка.